Ищущий себя мастер. В музее Чуйского тракта открылась экспозиция художницы Елены Баевой. Свои работы широкой аудитории бийчанка стала показывать сравнительно недавно и сейчас представила свою персональную выставку. Чем привлекательны работы Елены Баевой? Ну, во-первых, это художник, который имеет художественное образование. Несмотря на то, что она и в детстве рисовала, и до сих пор рисует, у ней совершенно другая деятельность трудовая. Она занимается парикмахерским искусством, а это остается ее такой отдушиной, творчеством, которым она занимается постоянно. 6 лет назад Елена Баева уже принимала участие в экспозиции Бийского краеведческого музея «Арт-зима» совместно с другими художниками. А в прошлом году ее пригласили к участию в выставке «Бушко и компания». Сегодня в музейной экспозиции бийчанка представила исключительно свое творчество, а это порядка 30 работ. В написании картин женщины используют разные материалы. Это тушь, перо, карандаш, гелевая ручка, акварель. Однако больше всего ей нравится работать с пастелью. Как признается автор, именно этот материал дает больше возможностей для творческого выражения. Кроме того, за счет этого полотна становятся более реалистичными. На выставке представлено несколько изображений пейзажной живописи, но основная часть работ – это анималистика. Ну, это то, что меня в последнее время вдохновляет, скажем так, да. Очень многие спрашивают, что ты хотела этим сказать. Я этим не могу ничего сказать. Природа сама за себя говорит, да, своей красотой, каким-то изяществом. Ну, смысл надо давать, наверное, тем работам, которые, ну, может, кто-то обидится, кто-то простит, кто-то поймет. Ну, как Малевич, да, который нужно чем-то оправдать, какую-то конкретику внести, чтобы был понятен смысл.